Облик Новосибирска, как и других быстрорастущих городов страны, постоянно меняется. История завода ЖБИ-5 и столицы Сибири связаны неразрывно. Появление новых архитектурных сооружений, жилых, производственных и административных зданий, детских садов и школ, бассейнов и стадионов, дорог и взлетно-посадочных полос требуют особого внимания и ответственности на всех этапах строительства. Производственные линии завода ЖБИ-5 в разные годы выпускали продукцию для самых знаковых строек города. Предприятие входит в группу компаний «Главновосибирскстрой». Сегодня ЖБИ-5 – мощный производственный комплекс, расположенный на территории в 70 тысяч квадратных метров, решает задачи увеличения объемов производства, расширения номенклатуры изделий и снижения потерь. В 2021 году завод стал участником нацпроекта «Производительность труда». Узнав об этой программе, мы поняли, что есть прекрасная возможность использовать опыт и компетенции крутых специалистов для того, чтобы у нас внедрить методы бережливого производства. И мы решили воспользоваться такой возможностью. Рабочая группа, созданная на предприятии, вместе с экспертами регионального центра компетенций определили пилотный поток ключевого продукта – производство дорожных аэродромных плит. Объем реализации таких плит составлял более 10% от общего объема выпускаемой продукции, а из-за низкой производительности труда сроки изготовления изделий затягивались. Предприятие железобетонных изделий очень много в Новосибирской области, конкуренция жесточайшая, поэтому выживет тот, кто будет внедрять именно современные передовые методы. И участие в пилотном проекте – это шаг вперед. Он позволит воспитать часть рабочих, которые будут работать уже в новых условиях, и, соответственно, это позволит и дать шаг вперед всем остальным. Подтверждением правильного освоения методологии бережливого производства стали результаты, полученные командой предприятия по завершении пилотного проекта. Время протекания процесса сократилось на 10%. Выработка в смену увеличилась на 47%. Объем незавершенного производства снизился на 10%. Мы рассчитываем, что вот в рамках освоение метода бережливого производства, мы вот эту вот деятельность по рационализаторским предложениям направим в правильное, в нужное русло и направим именно на повышение эффективности производства и улучшение условий труда. То есть вот у нас основные направления – это снижение затрат, снижение потерь, повышение эффективности и повышение безопасности производства. Это вот то, на что мы рассчитываем. Сегодня план тиражирования достигнутых результатов на другие подразделения утвержден на ближайшие 2,5 года. Для предприятия крайне важны новые позиции в освоении номенклатуры изделий, таких как производство дорожных ограждений, забивных свай квадратного сечения, утяжелителей магистральных трубопроводов и других. Ведь продукция предприятия востребована от Санкт-Петербурга до Сахалина.